Всем привет, ребята! С вами я, Стефан, и вы на канале Стефанчик ТВ. Вы меня узнаете? Мерлаба Ирак, Мерлаба Египет, Мерлаба Туркиш, Салам Казахстан и Ниао Китай. Друзья, подписчики, я сегодня на волшебном коврике танцую к вам. Я сегодня побуду в стране Ирак, Египет, Турция, Россия, Казахстан, в Алжире, в Ливане и в Китае. Вы меня ждете? Тогда я лечу к вам! Ну что, я начинаю заводить мой волшебный ковер. Смотрите, как тут красиво. Салам, Ирак! Шукран! Ирак, я вас люблю! Смотрите, какие города! Смотрите, какие места! Смотрите, какие леса зеленые! Смотрите, какие пустыни! Песочек, солнышко везде светит! Вот бы я там жил! Ирак, я тебя люблю! Ой, какая красивая страна, я потом обязательно сюда вернусь. Ну что, поеду вперед. Абаль-баль, до свидания, Ирак. Посмотрю-ка я на карты, куда я полечу. Я полечу в Египет, старинная страна. Страна, где много мумий и пирамиды. Я люблю эту страну, я хочу там побывать. У меня там много подписчиков. О, летали уже, вон Египет, смотрите. О, как много старинных домов, как много памятников. И вот пирамида Хеопса. Ой, какая большая пирамида. Привет, друзья мои из Египта. Малаба Египет. Шукран Египет. Я вас люблю, мои подписчики. Ой, как мне тут нравится. У вас очень красивая страна. Желаю вам удачи, друзья. Я начинаю летать в другую страну. Давайте я посмотрю на карте. Я начинаю летать в Турцию. Привет, солнышко! Привет, Стефан! Ой, какое ты красивое солнышко! Куда летишь, Стефан? Я лечу в Турцию. Ну, счастливого тебе пути! До свидания, солнышко, давай, пока. Я лечу дальше. О, вон, я вижу Турцию. Я почти над этой страной. Какая она красивая, как много цветочков. Какая она теплая, крутая. У нее такие домики смешные. Привет, Турция! Мархаба, лихе турки! Пу, ольтелики, абонарине, тесетюр. Спасибо моим подписчикам в Турции! Пока-пока, я еду в другую страну! Сейчас мы поедем в Россию, мою любимую страну, в Россию. Я думаю, что много моих подписчиков живут в России.
Россия! Смотрите, какая она большая, вон там! Ребята, я приехал в Россию, мою родную страну! Это Москва! Ой-ой-ой, смотрите, Кремль! О, как много красивых домов и памятников! Как круто! Спасибо, что смотрите мои видео. Моя любимая страна. Пока я начинаю летать в другую страну. Давайте посмотрим, в какую я прилечу. Так. Казахстан! Я лечу в страну, в которой много... У меня в этой стране много подписчиков. О, вот уже, я на Казахстане. Привет, Казахстан. Привет, мои подписчики с Казахстана. Салам, Жаксель, Дэнди, Жамистель, Бан. Спасибо, добрая страна, Казахстан. Спасибо всем моим подписчикам в этой стране. Вы очень добрые и хорошие люди. Ну что, мне надо лететь в другую страну, к другим моим подписчикам. Давайте раскроем карту и посмотрим вместе. Мы поедем. Во, я поеду в Алжир. Ко мне только что чайка прилетела. Представляете? Ну что, давайте лететь. Во, ребята, я в Алжире. Я давно мечтал тут побыть. Смотрите, какая красивая страна. Смотрите, какая сказочная страна. Привет, Алжир. Марлаба Альбуд. Шехландри Анздикаи. Вальмуштарикин, фи ха-ха, Альбайт. Алжир красивая и сказочная страна. У меня в этой стране много подписчиков. Передаю всем большой привет. Они мне ставят много лайков и пишут комментарии. Не все я понимаю, но мне очень приятно. До свидания, Алжир. Я улетаю в другую страну. Пока! Ребята, а вы знаете, какую страну я хочу? Ливан. Мы поедем в Ливан. Наступает ночь, темно. Хочу я спать. Привет, Луна! Привет, Стефан! Куда ты летишь? А я лечу в древнюю страну Ливан. Ну, счастливого тебе пути! Я тоже скоро туда вернусь. До свидания, Луна! До свидания! О, смотрите, друзья, вот страна Ливан! Ой, как тут красиво, как тут прекрасно! Тут уже ярко и светло! Привет, друзья! Привет, мои друзья из Ливана! Передаю большой привет! Мархаба лапульт Ливан! Кшуклан риздикари! Вальмуш тарикин! Фихалба альбаид! Спасибо, ребята, из Ливана, что смотрите мой канал! Большое спасибо! О, смотрите, Дарина Бека. Я читал про нее в книжке. Ох, Ламбакусе. Во-во-во, это пещера Джиита. Ой, какое красивое сооружение, какое оно древнее. Ой, как тут много сказочных мест. Хочу тут побыть побольше. Но мне надо улетать в другую страну, к моим другим подписчикам. Еще раз спасибо, друзья из Ливана. Спасибо, что смотрите мой канал. Я к вам обязательно вернусь. Теперь я посмотрю, в какую страну я поеду дальше. Я поеду... Так, куда? О, я поеду в Китай.
Я никогда там не был. Это самая древняя страна. Чина! О, вот Китай! Вон китайская стена. О, я в Китае. Как круто, как красиво. Это самая древняя страна. Еще называют страна поднебесная. Смотрите, сколько ярких разноцветных цветов. Сколько много деревьев разноцветных. О, табакотовые ами. Нихао, Китай. Нихао, нихао. Вухан гуай цао ри. Китай ойгуле. Неси уси, нэри. Няо, Чина. Ой, как тут красиво и прекрасно, но мне надо уезжать. Пока, Чина, пока. Чина, пока. О, я уже прилетаю. О, я уже прилетел. Это было самое крутое мое путешествие. Я побыл в странах моих подписчиков. И я хочу им передать большой привет. Подписывайтесь на канал, ставьте много лайков, ставьте мне сердечко, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!